Самый быстрый способ поверить в вашего ребенка – это представить его, каким он будет через 20 лет – счастливым, реализованным, успешным. И когда ваш ребенок реагирует неадекватно, и у него какое-то непонятное поведение, а вы сами не знаете, что с этим делать, то представляйте, что вы общаетесь именно с этим образом, и вы увидите, что ребенок будет на него сонастраиваться, и рано или поздно станет меняться к лучшему. Я Нина Шевчук, здесь про эффективное обучение детей. Подписывайтесь, чтобы ваши дети учились в радости без слез.